Море зовет. Первый приз получает фильм «Голос над водой». Соединенные Штаты Америки, режиссер Дана Франко. Сейчас поаплодируем. Мы надеемся, что награда будет передана. Победителю, напоминаю, победитель и обладатель «Голубой волны», золотой приз. Первое место, фильм «Голос над водой», Соединенные Штаты Америки, режиссер Дана Франко. Поаплодируем, друзья, прошу. Ну как вы уверены, что награда дает своего героя, но вы знаете, сегодня удивительный день и удивительное время, потому что поздравляю сегодня всех участников, победителей и, конечно, прежде всего тех, кому направлены эти киноработы, наших уважаемых кинозрителей. Заслуженными наградами мы хотели бы сегодня сказать о том, что наш кинофестиваль 19-й, преддверии 20-го кинофестиваля, совпал с еще одной удивительной, прекрасной датой. Этой весной, то есть буквально в эти дни, исполняется 50 лет песни, ставшей неофициальным гимном военно-морского флота России. Статус этот закрепился за ней еще, казалось бы, в далеких 70-х годах. Речь идет о произведении, которое все мы прекрасно знаем, я думаю, не только знаем, но и искренне любим. Это песня ленинградского, петербургского композитора Виктора Васильевича Плешака на стихи Юрия Погорельского. И песня эта известна нам всем под названием «Экипаж. Одна семья». И мне сегодня особенно приятно и волнительно, потому что мы имеем с вами возможность 50-летие песни отметить на сцене прославленного петербургского ленинградского дома кино вместе с лауреатом премии правительства Санкт-Петербурга, заслуженным деятелем искусств Российской Федерации, композитором. Живая легенда на сцене, дорогие друзья, Виктор Васильевич Плешак, встречаем. Позвольте, я предоставлю вам микрофон. Знаете, фраза, что в России надо жить долго, ко мне очень хорошо относится. Почему? Потому что совсем недавно я получил от представителя ансамбля «Самоцветы», первого исполнителя этой песни, который сделал ее популярной, такое письмо. Уважаемый Виктор Васильевич, мы хотим попросить вас подтвердить, что вы не возражаете, как наследник песни Виктора Плешака, они там что-то не поняли, «Экипаж, одна семья». То есть я уже, так сказать, не считаю, что 250 лет уже автора давно нет. А я жив! Мало того, что столько я, кстати, выпустил «Век книги Баек», где собирал всякие истории своей жизни, не только своей. И вот я сейчас сидел, и как мне очень понравилось все, что здесь было показано. Я всех поздравляю, всех победителей и всех, кто принимал участие. Это очень замечательно. Очень, это незабываемо, когда смотришь на такой большой экран и видишь, как это все снято, с какой любовью, сколько там интересного. И вот я подумал, столько уже у меня материала, совершенно детективного, любого, связанного с этой песней. Например, в Америке ее пели на русском языке почему-то. Большой хор, 300 человек в штате Юта, университета. На русском языке не понимают, что они поют, а всего нужнее Родины России. Представляете? Вот теперь ее пел, кто только ее не пел, даже Боря Бельси. Вот. Но я хочу сказать, что я подумал, но почему бы кому-то не предложить такую, ну что ли, идею сделать вот такой документальный фильм об этой песне, потому что здесь очень много о чем можно рассказать и показать. Я лично сам был на всех флотах, им тоже могу много чего сказать. Так что вдруг кому-то придет в голову такая счастливая мысль. Ну, я бы, конечно, хотел сейчас эту песню спеть, может, вы даже поете. Маэстро, позвольте вам предложить прекрасный рояль Петербургского дома кино. Давайте поаплодируем на нашей сцене легендарный автор. И мне особенно приятно пригласить тех,
когда-то и была написана, кому она была посвящена, солист ансамбля «Невский бриз» учебного центра ВМФ. Давайте поаплодируем. Валентин Синюк и ваш покорный слуга. Прошу вас, Валентин. Давайте мы действительно вспомним вместе с автором эту замечательную песню. Виктор Алексеевич, я хотел бы заметить, что мы, на самом деле, удивительно, 19-й фестиваль начинали несколько дней назад в этом же зале с песни «Неповторимый Петербург». Поэтому мне кажется, что практически ваш бенефис состоялся на 19-м фестивале «Море зовет». Итак, экипаж «Одна семья». Нам нужны кораблики, кораблики, поздравляем вас! Завершился 19-й кинофестиваль «Пыльные юбилеи»